Всем привет, дорогие друзья! И снова с вами Станислав на канале Шустрый Бум. Сегодня хочу поделиться с вами приготовлением вкусной летней пиццы. Именно овощной и очень вкусной. Начинаем готовить. Погнали! Овощи мы подготовили, теперь займемся тестом. Тесто я уже раскатал сразу на пергаменте. И берем вилку и начинаем его протыкать. Тесто у меня простое, не дрожжевое. Теперь отправляю тесто в духовку. Выпекать буду при температуре 200 градусов буквально 10 минут. Тесто тонкое, вполне достаточно 10 минут. Оно должно получиться у нас вот таким вот, уже вроде как прижаристым. Сверху отправляю довольно много сыра. Никакого кетчупа, никакого майонеза здесь не будет. Здесь будет сыр и овощи. Сверху у нас идут наши жареные баклажанчики. Добавляю еще немного сыра. Сверху у нас идут помидорки. Теперь нам понадобится сыр моцарелла. Разрезаю пополам. И нарезаем полумесяцем. Все, и последний слой моцарелла. Отправляю назад в духовку. Выпекать будем при той же температуре 200 градусов еще 10 минут. Ну вот, друзья, наша овощная пицца готова. Очень люблю именно зажаренную пиццу. Друзья, обязательно попробуйте. Это очень вкусная и отличная идея летней пиццы. Ну, очень вкусная, сочная и, конечно же, ароматная. Друзья, готовьте вместе со мной. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся, делимся с друзьями. Не забываем комментировать. А я с вами прощаюсь ненадолго. До следующего видео. Всем пока.